Всем привет, я Маша Изитович, мы снова в эфире Осипов Лайф, и сегодня пошел снег. Мой водитель остался дома, поэтому на работу я иду пешком и опаздываю. Сегодня целый день идет снег, он падает, тихо кружит. А что никто не встречает? Ты кто такая? Сегодня самый красивый выпуск, потому что в нашей студии проходит конкурс «Мисс Горошек», где стилисты соревнуются в создании неповторимых образов для каждой конкурсантки. Рядом со мной потрясающая Ксения. Именно она стала инициатором этого конкурса. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что тебя вдохновило? Меня вдохновляют люди. Было очень много достойных кандидаток. Вы лучшие хотя бы только потому, что вы не испугались и попробовали принять участие в таком масштабном конкурсе, как «Мисс Горошина 2017». Карина рисует самые роскошные стрелки и делает самые стойкие локоны. Карина, если бы тебе до конца жизни пришлось делать только одну укладку, что бы это за укладка была бы? Воздушные локоны. Что помогает тебе добиваться успеха, Карина? Оля – удивительный человек. Помимо работы, она успевает ходить в зал и читать книги. Какие твои главные успехи на работе и в зале? Я не умерла. Расскажи, как ты попала в студию? Я попала случайно, в общем-то. Ну, как я пришла, мне просто здесь понравилось, меня взяли. Когда ты почувствовала, что здесь ты именно на своем месте? Первый же день, как только сюда попала. Алиса пришла к нам в студию покрасить волосы и осталась работать. Алиса, что стало причиной такого решения? На самом деле, это была моя мечта. Сюда переехала из Москвы. Это было мое искреннее желание работать в этой студии. А сейчас рядом со мной Танечка, самый знаменитый художник-акварелист в нашей студии. Таня, как ты пришла к нам на работу? Это произошло очень спонтанно, как и многие вещи в моей жизни. Мне просто захотелось чего-то нового, интересного, и я это получила. Какой главный секрет, который помогает тебе в работе? Наверное, это моя внутренняя гармония и вдохновение женской красотой. Привет, Оля! Я хочу, чтобы ты рассказала мне немножечко о том, кем ты мечтала стать в детстве. В детстве у меня было много разных желаний, они постепенно по очереди сменяли друг друга. Одна из них была мечта стать парикмахером, как ни странно. Рядом со мной умница, красавица, одна из организаторов нашего сегодняшнего конкурса, Саша. За время работы в студии, какое самое главное твое достижение? Очень сильно заряжает то, что ты воспитываешь команду с нуля. Я воспитала две таких команды. Это был Невский 64, который мы открывали, по-моему, 3 года назад. И сейчас это Горошек. И когда ты сталкиваешься с абсолютно неопытными ребятами, и через полгода ты видишь такие результаты, это вдохновляет. Far,
отлично. Все наши участницы настоящие молодцы. Но всем давно известно, кто здесь мисс Горош.